Привет, ребята, это Топ Дота, и в названии вообще ни разу не кликбейт. Как, блин, вообще такое возможно? Потому что сейчас реально есть баг в Дотане, с помощью которого можно фармануть любой айтем за буквально пару минут. Еще на старте игры. Интересно? Тогда поехали. Давно хочешь получить себе аркану или крутую имморталку, да еще и не тратить на это миллионы? Тести и дроп решит твою проблему. Десятки топовых кейсов, моментальная доставка выигрыша и возможность пополнить счет старыми, ненужными скинами. Заходи, вводи промокод и получай плюс 10% к балансу. Ссылка в описании. Итак, что это, блин, вообще такое? Это, конечно же, наша чудеснейшая обнова. Именно после обновления все это дело появилось. Возможно, вы даже уже успели увидеть этот абуз в паблике. И суть его максимально проста и понятна. Повторить сможете прямо после просмотра этого видосика. Для начала нам нужно взять одного из трех героев. ОД, Шадоу Демона или Виверну. А также купить какой-нибудь разбирающийся айтем. Самое простое на старте — это базилку. И самое главное — это вкачать астрал. Будем рассматривать на примере ОД. Кидаем себя в астрал, а потом спамим на кнопку «Разобрать предмет», которая находится в инвентаре на нашей базилке. И знаете что? Наш ОД его разбирает. Только не один раз как должен, а раз 10 или 15. Если вы, конечно, успеете все прокликать. То есть да, это буквально дюб предметов. Из одной базилы мы таким лайфхаком можем сделать сколько захотим. Если, конечно, у вас есть скрипт или быстрые пальцы. Я делал максимум 4 или 5, но совсем не тренировался и не потел. И, конечно же, все это добро можно с легкостью продать после того, как вы вылезли из астрала. А потом повторить все снова. Как раз пока выйдут крипасики, вы успеете фармануть себе на догон какой-нибудь. Но что еще интереснее, вы, по идее, можете делать тот же самый абуз в связке со своим тиммейтом на каком-нибудь true hardcare. Например, подарить своему другу на мартретке Battle Fury до выхода крипов. По-моему, это неплохо. Ну и, конечно, не очень-то честно по отношению к противникам. В общем, вот такой вот тут у нас баг прямо сейчас гуляет по Дотану. Я обычно не записываю видосы по какой-то лишь одной фишке или багу, но вот об этом я вам не рассказать просто не мог. Скоро, я думаю, это дело пофиксят, так что успейте набузить себе ММРчика. Ну и, конечно, ставьте Лукас за то, что я подарил вам такой легчайший абуз. Пишите в комменты, что вы этим багом успели купить, и пишите, как, блин, Габен такое смог допустить. Интересно будет почитать. Ну и до скорых встреч, спасибо за просмотр.